Нестандартный формат, глубокий смысл и содержание. Книга, которую можно всегда взять с собой. «Человек и его смыслы». Образовательные заметки одного из самых цитируемых ученых Беларуси в области педагогики, доктора педагогических наук Андрея Короля. Кратко, афористично и убедительно. Почему и как нужно учить человека не столько знанию, сколько незнанию. Задавать вопросы, а не давать ответы. Выходить за свои пределы и смотреть на себя глазами других людей. Не столько говорению, сколько молчанию. Глубокая междисциплинарная трактовка двух противоположных подходов образования. Человек как чистый лист или как семя неизвестного растения. Автор показывает, как вернуть ученика в образование, помочь ему найти себя, открыть и наполнить мир своим смыслом и содержанием.